Да, она стоит тогда просто, этот транзистор греется сильно. И пачек никаких нет. Когда ее тоже пачек нет, просто не всегда запускается пачек. На биполярном транзисторе. Поэтому я вот эту микросхему выбрал, все равно пачек нет. Тогда не греется транзистор. Вот этот с этой переменчикой. Тут раньше стоял у меня 50 ом резистор. Вот и я с другой стороны переменчику стою параллельно ему. На микросхему выбрал. Кстати, тут еще не работает скважинность. Если по этой схеме сделать. Вот такая схема, она очень легко на лодке всякие ловит. Поэтому по-всякому тут все трещит. Особенно с качером, даже вот качер котяне не приключу. Все на одной схеме. Вот. С этой точки идет на этот транзистор. На второй. Вот по экранированному кабелю, но там рядом с качером все.
и полный резонанс еще. Лампочки моргают. Даже на вот таком расстоянии. Это просто, видимо, на лодке на пушку. Частота обвода, потому что сечение меняется. Привет там передавай. И повесь утром блинку пшеницу. А здесь нехай там только их зробят. Tai pėdė iš, o tai gali ten tolėt, žvės, ten gebali patarantį. Tai kona tak, o tu taip uglydėlį, o paskui tak, kad čiem našinio, kai čiem našinio tam. Tai plitka, ir tolėčia. Tai kona tak, o tai čiem naukolo, takai kramka zrubėla. Так и вова. И тут и рюмцами держишься за все брудно. И вон на те мечи. Ну, а у нас вот, там видишь, кто-то белый. Так у нас твой муж не налезли вот человек, белый. Ну, ну, так. А мы там где-то да и тут вот белый. И вон она так от пластмассовая и не дает. Ну, не будет отмазаться, а если не беру. И вымажешься так вот, помоешься. Я в буфетку моему выжил. Нет. Я подсекли, а не поем.